Всем привет! Hello everyone! You are listening to the podcast Russian Verbs, where every week you listen one or two Russian verbs with all the forms in the present, past, future tenses, and also imperative forms. So today you will listen again two new Russian verbs. Let's begin! Today we will have two verbs. One verb will be imperfective, this is опаздывать, and the second verb will be perfective, опоздать. Купи часы, чтобы никуда не опаздывать. Значит, надо не опоздать на тренировку. First, let's repeat the forms of the present tense. In the present tense, only imperfective verb опаздывать. Я опаздываю. Ты опаздываешь. Он опаздывает. Она опаздывает. Мы опаздываем. Вы опаздываете. Они опаздывают. Я на поезд опаздываю. Ты не опаздываешь? Самолет из Москвы опаздывает. Почему она постоянно опаздывает? Мы что, опаздываем на встречу? Вы опаздываете уже не в первый раз. Я думаю, эти часы опаздывают на минуту. Past tense, the imperfective verb опаздывать. Он опаздывал, она опаздывала, они опаздывали. Он еще никуда, никогда не опаздывал. Анна спешила, так как куда-то опаздывала. Многие гости опаздывали. Past tense, the perfective verb опоздать. Он опоздал, она опоздала, они опоздали. Если бы не будильник, он бы опоздал на работу. Ксения опоздала минут на 40. Все, опоздали. Придется идти пешком. Future tense, the imperfective verb опаздывать. Я буду опаздывать. Ты будешь опаздывать. Он будет опаздывать. Она будет опаздывать. Мы будем опаздывать. Вы будете опаздывать. Они будут опаздывать. Я, видимо, буду опаздывать, если только не будешь опаздывать. Вы думаете, кто-то будет опаздывать? Она надеялась, что не будет опаздывать. Мы всюду будем опаздывать. Впредь вы не будете опаздывать. Сегодня поезда будут опаздывать. Future tense, the perfective verb опоздать. Я опоздаю, ты опоздаешь, он опоздает, она опоздает, мы опоздаем, вы опоздаете, они опоздают. Обещаю, больше не опоздаю. Все равно опоздаешь. Боюсь, он снова опоздает. Могла ведь предупредить, что опоздает. Мы опоздаем к началу. Если опоздаете, корабль уплывет без вас. Может, остальные тоже опоздают? That were all the forms in the present, past and future tense. In the end, as usual, you can listen the imperative forms.
The verb опаздывать. Ты опаздывай, вы опаздывайте. Смотри, не опаздывай. Только, пожалуйста, не опаздывайте. The imperative forms only the verb опоздать. Ты опоздай, вы опоздайте. Не опоздай завтра в церковь. Не опоздайте купить билет. That's all for today. We will be happy if you will find us in the social media: Instagram, Rulen Club, and Facebook, Russian Language Club. And please let us know what you think and tell other people about the podcast Russian Verbs on social media. Listen us next week. Пока-пока!